убеждений, потому что он ненавидит цирки, зоопарки и охотников. Да, это какая-то его личная трагедия внутренняя, которую он там пускает. Вот, по сути, он вредит обществу. То есть его полезность, она, ну, достаточно минимальна, как общественная деятельность. То есть вот опять же Карен вводит там к себе экскурсии, при этом это же уже зрелищно-развлекательная деятельность. Соответственно, у него должны быть те же самые нормы, что и у нас, у цирковых, либо у зоопарков. Раз туда входят люди, раз это много, а их действительно много, я посмотрела, то почему, в принципе, этот человек, то есть отворачивается от своей деятельности, вместо того, чтобы решать проблемы, которые у него уже там назрели, а они назрели, Карен, точно. Вот, он вдруг идет и пытается решить вообще проблемы людей, которые даже, ну, не в его компетенции. Ни в цирке он ничего не понимает, ни то, что он держит льва, не говорит о том, что он понимает во всех львах или как должно быть там. То есть кто его уполномачивал-то на эти все проверки? Почему он вдруг берет, приезжает? То есть вообще я не понимаю. Я понимаю, он мог позвонить Максиму, сказать, здравствуйте, там, вот, слышал, может, вам чем-то помочь. И на ком-то. А он же приехал именно с точки зрения как человека, там, как проверяющего, как некое, как будто он выше, да, стоит. Он же не выше. Овчинка выделки Почему ты? стоила, пишут. Извините, я не смогу прочитать это с разбегу. Очередной негативный инфоповод прошел по федеральным каналам, а опровержение в более узком кругу. К сожалению, вы правы. Ну, надо распространять, Да, конечно, ну, пожалуйста, я буду. распространяйте. Мы вот для этого все и делаем. Пожалуйста. Все теперь от вас зависит. Полезность, в Можно кавычках пишут. покупать, что не будет. Да, Далакяна весьма сомнительно. Изначально к нему доверия не было. Еще во время истории с тигром Жориком нет к этому человеку доверия и